приехала в город Минда. Он находится в 2 часах езды от Кито, столицы Эквадора. Что здесь интересного? Сюда приезжают любоваться колибри в большом количестве, бабочками и национальный парк Тангарас. Здесь много водопадов. Вы уже увидели, если не ошибаюсь, 6. И сейчас я иду к последнему. Называется он Ла Рейна. Сегодня я пришла наблюдать за колибри. А на территории отеля Дисканса, что в переводе означает отдых, находится садик. И здесь очень много разных птичек собраны. Но колибри мне интересны больше всего, потому что в таком большом количестве я их вижу в первый раз. Вчера я их видела тоже на территории национального парка. Но здесь они прямо на расстоянии вытянутой руки. Их много-много. Вон, даже сейчас их видно. Я не увеличиваю, но видно, они хоть и маленькие. Но так как они такие все шустрые, постоянно двигаются, их сложно не заметить. Лапулечки такие, правда?